А тем временем пророссийский кандидат в президенты США Вивек Рамасвами угодил в пикантный скандал. В прямом эфире подкаста он, не поверите, справил малую нужду, забыв при этом просто выключить микрофон. И знаете ли, как-то так получилось, что этот инцидент сильно смутил его собеседника, самого Илона Маска. Ну что же, бывает, когда природа зовет в самый неподходящий момент. Впрочем, это еще и незначительный скандал на фоне его заявлений против вступления Украины в НАТО и призывов прекратить военную помощь Украине. Хотя, знаете ли, шансы его таки посоревноваться на выборах эксперты оценивают как мизерные.